делюсь с вами радостью. Мы отделяем ОТВ-1 из проекта «Совершенство». То есть это будет уже полноценный канал под названием ОТВ-1. Так что порадуйтесь вместе с нами. Я рада, что вы пришли. Желаю, чтобы этот проект, который ты сейчас раскручиваешь, был раскручен до такой степени, чтобы видно было аж в Кремле. Ура! Несущая жизнь, радость, стремительная, неповторимая, ищи какие-то новые себе пути. Только горная река может себе это позволить. Поэтому мы мечтаем ей вторить, естественно, в таких роскошных настроениях, быть ее частью, ее потока, частью ее совершенства. Круто. Спасибо. Я тебя поздравляю. Спасибо. Пью вот части твоего потока. Поздравляем! Лейла! Да. Мы желаем ей процветания и чтобы сбывались все ее проекты, которые она задумала, чтобы они получали жизнь и долг. На самом деле Лейла, по-моему, такой энергичный, красивый человек, такая женщина, обаятельная, просто все вокруг, она умеет аккумулировать вокруг себя людей и заряжать своей энергией вообще неуемной. И, по-моему, поэтому ее все проекты будут бесконечны, все будут процветать. Нам хватит ее энергии на всех. Мы тебя очень любим все. Ура! 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 Лейла, дорогая, я безумно счастлива быть сегодня здесь с тобой и участвовать в этом проекте. Я счастлива, что я, ну, одна из первых, можно сказать, узнала об этом. Да. И еще и Танечку из Америки пригласила. Да. Я думаю, мы добьемся очень многого. Конечно. С таким человеком, как ты. Судьба просто так не сводит с такими людьми. Я рада и счастлива, благодарна тебе, судьбе, Богу, провидению. И надеюсь, что мы действительно горы свернем. Танечка, передаю тебе. Dear Layla, I came all the way from Minnesota to wish you happy birthday. Дорогая Лейла, я приехала из Миннесоты, поздравить тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, процветания. Чтобы твой проект... Наш проект. Нес свет всему свету. И чтоб ты была, так сказать, вот тем самым магнитом, который этот свет, так сказать, тебе фокусирует и распространяет на весь мир. Что тебе нужно, никто не знает на самом деле, поэтому я хочу пожелать тебе счастья. Девушка красивая, у вас у девушек больше один недостаток, вы не знаете, чего хотите. Лейла, я желаю тебе удачи в твоем проекте совершенства. Спасибо. Я хочу пожелать тебе, чтобы у тебя в жизни все сбывалось, что ты хочешь. Чтобы у тебя был твой проект такой легкий, такой свободный, чтобы к нему присоединялось как можно больше людей. Чтобы этот проект был полезен не только для тебя, но и для всех твоих окружающих, что будет укреплять твою жизнь в первую очередь, да? О чем? Да, и в человеке, и в звере, и безусловно во всех. Должно быть прекрасное и чудесное. Вот такое же, как сейчас в нашей замечательной троице с нашей Лейлочкой, с Вамполкочкой, с моей любимой. Ну и, конечно, со мной зайчикой тоже. Вот. Я, конечно, самый прекрасный здесь, без ложной скромности и самый совершенный. Поэтому тянитесь ко мне, значит, тянитесь за мной, будьте все такие же мягкие, как я, ведущий актер театра Вамполка. Вот, да, Вамполкочка? С днем рождения, счастья, да, и совершенства всем. Ура! Лейла, поздравляю вас с днем рождения и желаю вам любви, здоровья, реализации планов и такого же хорошего настроения. Желаю своей маме от имени Виктории и от имени себя. Макса. Желаю счастья, реализации всех дальнейших планов и мероприятий, чтобы они прошли так же гладко, как и это. Чтобы без драки, без физического вмешательства. Лейла, с днем рождения! Ура! Спасибо. Ура! Спасибо. Мы находимся на дне рождения Лейлы. Лейла, я тебя люблю. У нас сейчас состоялся замечательный показ моих шмоток, все было хорошо, никто не стебался надо мной, я даже, ну, в общем, я не знаю, что супер сказать. Все супер. Ура! Хотите знать больше? Это надо говорить?